классный завтрак можно приготовить с утра из одного гриба, из одной репки и одной морковки. Все это богатство нужно нарезать такими кружочками, кубиками, не знаю. Я добавляю еще немного соли и немножечко оливкового масла. Затем все вот это вот богатство складываем в бэби-кук, вообще-то предназначенный для деток. Вот. Включаем на, господи, как называется, на функцию пароварки, и, соответственно, все это приготовится в пароварке. Затем надо будет все это перемельчить, и получится суп, который с утра можно будет с удовольствием или без удовольствия скушать. А пока я, пока суп этот готовится, иду смывать с себя маску и душ делать. Смотрите, какая красавица с маской. И вот пока я принимала душ, все это богатство приготовилось, нужно теперь перемолоть. Ну и для полного счастья. Яблоко, морковку, апельсин. Получается вот такой вот не очень красивый, не хитрый, но очень полезный завтрак. Овощной суп, сок свежевыжатый, витаминка и противозачаточные. Я думаю, именно поэтому это место называется Кот-д'Азюр, что переводится «Лазурный берег». Ну, потому что это берег, и все действительно лазурного цвета. Я не нашла ни одного облачка сегодня, и так почти каждый день. А еще мы решили с сыночком, пока мы гуляем наши законные 2 часа, ну, вернее, он гуляет и спит, а я иду по делам. Я не буду терять время и могу позвонить, например, во все места, куда я давно не звонила или куда должна позвонить. Таким образом, я сэкономлю еще какое-то время. В мои обязанности входит так невзначай проходить по киоскам, находить наш журнал и выставлять его немножечко вперед. Кукума нам. Кукума. Кукума наш. Ги. И вуаля. Вот. Хорошо, что в магазинах можно купить еду, которая уже готова. Вот мы сейчас берем, например, тартар из огурцов и возьмем курочку. Не знаю, насколько это сочетается, но кушать очень хочется. Я же думаю, что они дорогу-то перекрыли, Крозет весь перекрыли. Оказывается, именно сегодня проходит большой забег, в котором может принять участие абсолютно любой человек. Только для этого нужно было предварительно зарегистрироваться и пройти проверку своего здоровья. Вот, мы видим, все бегут по набережной. К сожалению, я упустила момент, когда бежало очень много людей. Это, наверное, остаток, у которых шансов добежать первыми не так много. И вот прям на бегу можно ухватить бутылочку воды. И припустено воды на целые канны. На год вперед, кажется. Вообще на этой улице находится очень много церквей, мечетей. В общем, такое подозрение, как будто они вот одну улицу для этого и приспособили. Но наша церковь русская, самая красивая на этой улице. Вот она. Когда-то я выходила из этих дверей, став женой Жюльена. Вот так вот выглядит паспорт нашего ребеночка. Обычно такой паспорт считается заграничным. Вот. А вот ответ на вопрос, как я все успеваю. Вот он, где у меня ребеночек сидит целый день. Да, сыночек? Но никому не советую такое начало, потому что потом ребенок привыкает, и, к сожалению, отучить его от такой привычки уже становится практически невозможным. Ку-ку. Ку-ку, бебе. Ты культа. Вот что хотел показать. У нас мимозы цветут вовсю. Запах, конечно, дурманящий. Да, сыночек, да, вот он подтверждает. А вот там виднеется снег. Сейчас я остановлюсь. Вот он. Прикольно просто. Здесь тепло, а там снег. Такой вот пейзаж. Мимоза на фоне снега. Да, сынуль? Мы с тобой куда идем вообще? Я же, да куда-нибудь, да? Папа у нас спит. В 10 часов мы вышли, а он до сих пор спит. Во сколько он лег? Непонятно. Что такое рынок во Франции? Это почти то же самое, что и в России, только не
потому что дешевле, а потому что качественнее. Как правило, здесь продаются, вот, например, сыры не от производителя, то есть не заводские, а непосредственно от человека, который сделал этот сыр. Вот, различные виды маслин, салаты. Салаты во Франции – это, наверное, как у нас хлеб. А так, в принципе, то же самое. Коробки. Собачка такая классная ездит. Автомобильчики свои маленькие. Сынок уснул. Улитки вообще килограммами просто здесь продаются. Вообще, это мой любимый лоток. Здесь большой-большой выбор грибов. А какой выбор чая здесь? Здесь мы и остановимся. Сейчас возьмем зеленый. Я его люблю по утрам. Чай вкуса России написано. Называется «Душка». Вот на старых улочках города Кан можно встретить очень интересные заведения, например, как вот это. Здесь всего два столика. Ну, еще внутри-то, по-моему, есть три. В общем-то, этот ресторан держат те люди, которые живут всего лишь этажом выше. То есть, грубо говоря, они предоставляют свою кухню, то, что они едят. И кухня получается действительно домашняя. И мы обедали несколько раз здесь с мамой Жульеной. В общем-то, было круто. Было очень-очень вкусно. Вот, например, вот этот магазин. Я специализируется только на специи. Да, ключевых очень много. А вот это вот небольшой рынок артизаналь, что значит сделан своими руками. И здесь люди выставляют продукты своей деятельности. Есть очень интересный экземпляр, например, тетенька, которая делает сумки в виде джинсов, а быть точнее, в виде попы джинсовой. В церкви бьют колокола, это значит 12 часов, мы отлично погуляли, теперь нужно идти кушать. Вот тут на побережье находится целая кучка ресторанов. Ай! Мы чуть не упали. И нас папа ждет на обед. Вот, вот тут. Мы, короче, втихаря тут игрушки всякие выбираем. Вон какая классная штука. Еще есть собачка, за которой можно гоняться. Вот и все, скажи, день закончился. Сейчас мы примем душик наш дискотечный и будем спать. У нас здесь есть свет, который меняется постоянно. Ну и музыка, соответственно. И куча целых игрушек. И ванночка маленькая. Понравился наш канал? Не забудь подписаться и жми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.